горит от нас любовь к земле родимой. Здравствуйте, зрители моего канала. Сегодня я увидел очень интересную гусеницу с яркой окраской. Сегодня 10 октября, уже достаточно прохладно. Вот такая интересная гусеница. Вот такая она вот вся симпатичная, в горошек. Что касается видовой принадлежности, то эта гусеница относится к виду бражника подмаренниковой. Гусеница питается на иван-чае, на молочае, ну и, конечно же, на самом подмареннике. За это она как бы и получила такое название. А сейчас я вам покажу еще фото взрослой бабочки. Вот на фото сама бабочка, так она выглядит. Что касается гусеницы, то первоначально можно подумать, что у ней вот голова с глазками, но на самом деле там, где шип, это анальная сторона, а голова у ней с противоположной стороны. А шип у ней смотрит именно вот назад, и, скорее всего, он служит для защиты, чтобы напугать хищников. Вот такая вот у нас интересная здесь фауна. Вот такое членистоногое насекомое. Смотрите и другие видео на канале.